сегодня ярмарка вакансий, она направлена, чтобы студенты могли найти себе работу в свободное от учебы время. Сегодня около 20 предприятий, то есть практически все, кому мы отправляли заявки. В филиале БАЖГУ работает центр содействия трудоустройству выпускников. То есть непосредственно к нам, если вы обратитесь, у нас есть связи с работодателями, то есть банк работодателей, есть вакансии. Ну, мы в этом году заканчиваем, точнее, вот уже летом заканчиваем обучение, и как бы скоро столкнемся с такой проблемой, чтобы искать работу. И здесь как бы есть такая хорошая возможность посмотреть, как это все проходит. Ну, я решила немножко помочь всем своей семье, заработать денежку на карманные расходы. Подобную ярмарку, где будущие выпускники вуза смогут найти себе подходящую работу, организаторы планируют провести после Нового года. В ней примут участие еще больше работодателей нашего города. Анна Белянина, Денис Итяшев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.